Друзья, всем привет! С вами снова я, Зазепа, и это прохождение Fallout Shelter. Записываем уже какая-то третья серия, да? Посмотрим, там, по-моему, у нас должны были новые люди, так сказать, родиться. Вот, от радиации, то есть у нас там собрали шприцы новые, накололи, короче, там наделали. А вот у нас, походу, и прибавление, да? В нашей большой семье. Ну что? Кто на что гораст? Ты у нас интеллектуал, да? Пойдешь, значит, работать сюда. Что у нас по поводу людей, которые... Ёкарный мамай. Надо возвращать. Аптечек нету, но хотя бы пушку нашла. Через сколько ты дойдешь? Через 2 часа? Да, я, конечно, не через час, как я решил записывать. Так, хорош шляться без дела. Давайте пока сюда. Это, конечно, немного не то, что я хотел сделать. Я просто не думал, что сейчас пожар тут будет у нас. Что у тебя по поводу ловкости? Ловкость на 1. Что ты можешь? Ловкость 2. Не хочешь пойти в столовку работать? По-моему, идея классная. А ты здесь что шляешься? Может, ты в столовку хочешь пойти? Давай тебя в столовку. Вот так вот. Так, где нам не хватает людей? У нас не хватает денег, вот что я вам скажу. Не хватает, блин, бабосика. Так, ну, народу прибавилось, однако денег что-то не очень. Что же нам делать? Я не знаю, может, кого-то на склад назначить? Ты как, хочешь пойти на склад? Давай я тебя на склад назначим. Будешь главный там заведующий по складу. То мало ли. Попадать еще вещи начнут. Так, итого у нас один бездельник. Это хорошо. Или не очень. Куда тебя назначить? Дорогой ты мой. Что по поводу у нас... По поводу новых помещений. По поводу новых помещений пока ничего. Кладовая, медпункт. Нам бы кабинет смотрителя, он штуку стоит. И, кстати, нам не хватает, по-моему, еще одного жителя. Для чего там? Для радиостудии, чтобы мы могли призывать еще больше людей. Оружейка, комната... Эх, все хорошо. Для спортзала надо 26 людей. Спортзал это дело хорошее. Это будет только через 2 часа. Жалко, что сразу нельзя их переодеть. Слушайте, а может быть можно? Так, жители. Где там наши жители? Подожди, стоп. Не туда жмякаю. Нет, все не то. И колы у нас, к сожалению, нету. Я думаю, кола здесь у нас за деньги будет, да? Ну да. А если просто колу купить? Ну, короче, 1 евро стоит где-то, да? Вот такие нынче прайсы. Купиться можно животных просто 40 штук. Это конкретное количество. Ничего мы пока не можем себе позволить. Ну, просто, знаете, я, конечно, могу задонатить, но... Чё-то пока не очень хочется. Ну что, приятель, как работает? Вижу, хорошо, да? Ладно, я думаю, пока перерывчик небольшой, и потом продолжим запись. Ну что, друзья, всем привет! Продолжаем Fallout Shelter. Так, у нас там какое-то вознаграждение, я не взял его, сейчас пропустил. А, ладно. Открывать нас все равно нечего. Давайте пособираем все наши ресурсы. Как я и обещал, продолжаем запись. Конечно же, прошло там уже пару дней. Но ничего страшного. Что там, нашла куртку и пистолет.
Ну, сгодится. Заходи сюда. И нам, по-моему, надо делать что-то с едой. А для еды нам нужна буква А. Ловкость 3.1. Не хочешь пойти на столовую поработать? Ну, давай, там пригодишься. Слушай, а твой костюм на что дает баф? На ловкость и харизму. Ладно. Давайте этому мужчине что-нибудь выдадим на С и Е. А С и Е это у нас сила и выносливость. Но Ешка нужна вообще здесь. Вернее, сила. Давайте сюда добавим. Ну, просто Ешка нам пока нигде не нужна так особо. Здесь у нас медицина, это интеллект. Девушка, а что вы здесь делаете? Совсем одна. Я вас, наверное, неправильно распределил. Так, тебе нужна Ашечка, да? Нам вообще, я думаю, нужно расширять столовую или улучшить ее. Нет, давайте, может, расширим уже столовую. Давайте столовую сюда построим. Ну и, собственно говоря, возвращайся на свое прежнее место работы. А что у тебя по этому параметру ловкость 2? Все, давайте дадим стране угля, как говорится, да? Сразу двоих людей туда засунем. Так, на эту комнату в случае чего нападать будут в первую очередь. Поэтому нам нужно здесь какое-нибудь оружие. Так вот. Кого-то там мы уже качнули. Странно, что, кстати, новых жителей, ну, не пришло там, не прибавилось, не прибежало. Так, у нас снаружи, я так понимаю, никто в вылазке сейчас не участвует, да? Ну, пожар, бытовое дело, я думаю, вы как-нибудь справитесь. Не, не хочу никого перетаскивать. Я бы хотел бы разобраться немного с... Кладовая, медпункт, кабинет смотрителя. Вот нам бы, конечно же, штуку крышек получить бы как-нибудь. Но для этого нам надо кого-то, собственно говоря, оплодотворить. Да, я вижу, что мало пищи. Поэтому я с кухни никого доставать не собираюсь. Давайте ускорим немного. Это как рубает, а? Ну, вот теперь нормально у нас пища. Может быть, воду тоже немного ускорим. Давайте попробуем. А энергию? Давайте попробуем. Ну, так и знал. Не всегда же должно вести, да? Что там, говорят, тараканы? Так и есть. Конечно, извиняюсь, слушай, ты... Ну ладно, можешь оставить себе. Оружия у нас пока что не то, чтобы очень много. Рискованно, ну попробуем. Честно говоря, не уверен, что сработает. Успех. Мы восстанавливаем прежнее количество наших крышек. Так, чего у нас много? Вот я думаю, кладовой может куда-нибудь пойти. И кто-нибудь из этих вот. Что у нас по ресурсам? То есть... Так, 9.2. Угу. Пока подмени здесь молодого. Я даже не знаю, куда их потом направлю. Наверное, на пустоши.
Вот тебя, кстати, можно на пустоши направить. Только может тебе что-нибудь посерьезнее выдать. Если у них всех на силу. Баф. Я даже не знаю. А что у тебя за одежда послушника? Я думаю, что-нибудь да раздобудешь ты себе, да? Ну, хоть не брат и сестра. Это брат и сестра. Ладно. Сделаем иначе. Ты хоть не хил? Ты не хил. Ты пойдешь сюда, а ты пойдешь сюда. Нет, не ты, а вот ты. Нам нужен кто-то, который будет ходить добывать ресурсы. Давай мы тебе побольше чего-нибудь выдадим. Но ствол, я не думаю, что ты сам себе раздобудешь. Это такой более или менее. Ладно, давайте выдадим хотя бы ствол. А там... Там, короче, по обстановке будет, да? Все, давай. Разведывай. Как раз пока придешь, тут у тебя замена будет уже. Кто-то будет постоянно в вылазках. Кто-то будет постоянно тренироваться. Чтобы ходить на эти вылазки, ну, собственно говоря, и работать более эффективно на производстве. Такова жизнь, приятель. Ничего тут не поделаешь. Эти уже танцуют. Ну, вроде неплохая парочка, да? Это вообще первый уровень. Уже? Так быстро? Ну, прекрасно. Значит, быстрее к работе вернетесь. Что у тебя по интеллекту? Ты, ну, такой. У твоей подруги побольше. Давай, пускай здесь у нас будут работать девушки. А здесь, короче, у нас пускай будут работать парни. Ну вот. Что там ты говоришь у тебя по интеллекту? Ну, такое, да? Ты у нас харизматичный парень. Ладно, давай, раз уж решили. Ты вроде смахиваешь на умную девушку, так что давай. Будешь помогать. Тут у тебя подруга как раз новая. Где, 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 где? Вот мой спаситель, спонсор, как говорится, да? 49, пока не то, что его много, но, по крайней мере, в предыдущих сериях он не появлялся. А то, что он начал появляться, это уже хорошо. У нас будет... У нас будут деньги теперь. Что мы можем построить, кстати? Я вот сюда хочу себе кабинет смотрителя. До радиостудии мы не дотягиваем. Оружейная мастерская нам пока не нужна, поскольку. Вот это нам надо. Комната с тренажерами, спортзал, оружейная комната. Классная комната тоже для науки. Вот так, собственно говоря, тут и выживают. Да, там еще целое такое непаханное вниз поле. Что там уже? Радиовышку. Тайник нашел уже. Красавец, что? 25 крышек. Вернее, опыт. Я даже не знаю, ну, можем вас подразогнать немного. Сейчас мы и так, в принципе, воду получим. Сейчас получим воду и, короче, сейчас еще раз подразгоним вас. Не улучшение, а немного 41%.
Как думаете, с какой вероятностью, а? Мне кажется, неудача. Успех. Ладно. Пронесло. Может, кого-то из вас, но здесь беременна, это не очень хорошо делать, в случае чего. Потому что она просто убежит из комнаты. Давайте, может, вас тогда немного ускорим. Ну, немного хышек. Нет препарата, немного хышек. Теперь, в случае чего, у нас есть. И что, подхилять? Хотя бы одного из наших. Чтоб потом не пришлось его воскрешать. Может, вас немного ускорим? 53. Не, не хочу я. Слишком рискованно. Ты, короче, пожалуйста, друг мой, находись здесь. Ой. Что-то с разрешения. Надеюсь, запись не собьется. Ну, разве не сбилась. Котик. Котик-мак-котик. Может быть, кого-нибудь еще, так сказать, оплодотворим. Ну, смотри, вы так тут мило общаетесь. Ты Бишоп, а ты кто? Ты Морган. Слушай, Морган, давай. Нужно немного расширить количество жителей нам. Для последующих улучшений и так далее. Ну и вылазок в пустоши. Тогда надо будет улучшать лабораторию эту медицинскую. Чтобы они там сами могли себя на пустошах содержать. Давайте соберем воду. Ну, воды у нас, так я смотрю, нормально стало. Можете начинать разговаривать. Я разрешаю. О. Так и тянется. Ну вот и все, пошел флирт. Скоро они там намутят нам. Девчонка. Как таракана не может раздавить. Неудачник. Вот такие усы сексуальные носишь. Его тес, да? 6 минут уже побегал. Ну, у тебя, в принципе, запас есть такой от радиации, от ранений. Ну, на часов 5 реального времени, я думаю, ему хватит. Вот так вот. Вот этого вот я и боялся. Сейчас, короче, нас вот рейдеры будут терроризировать. С ножами своими. Они все равно прорвутся. Сейчас, очень быстро. Сейчас будем наблюдать, как наши справятся. А, у тебя ж пушка есть, точно. Завалите хотя бы одного. Не моего, а рейдера, имею в виду. Давай, наваляй ему. Или это она? Нет, это он. Все, пошли дальше. Сейчас они сюда пойдут. Ну, давай, ты же в этом костюме. Я верю в тебя, ты справишься. Отлично, минус один рейдер. А вот это мы заберем. Вот это мы реально заберем. Все, давайте, ну последнего. Не, прошел дальше. Даже ты пойдешь сюда?
Очень быстро они с ним справились. Давайте заберем наш супер-пупер реалган. Плазменный пистолет. Как он называется в простонародье. Все. По хорошему счету, я бы этого чувака сейчас вернул бы назад. И дал бы ему пушку нормальную. Но мы так делать не будем. Раз уж ты у нас тут самый крутой, то тебе и носить. Да? Марк. Ну, все. Вроде как отбились от нашего первого нападения на это убежище. От рейдеров. Надеюсь, очень часто они тут происходить не будут. Итого у нас 880 кэпсов, то есть крышек. Может, ускорим их пока что? Не, я думаю, не стоит. Где? Красава, слушай, то, что требовалось. Так, давайте сразу построим лифт и давайте сразу построим комнату смотрителя. В принципе, так много нам не надо. Я даже не знаю, куда мы ее построим. Здесь я хотел разместить еще одну генераторную. Да, давайте комнату смотрителя. Понял. Я пока никого не хочу отправлять. Могу ли я это как-нибудь отменить? То есть у нас покрепче. Я вижу, что они покидают убежище, но... Нажмите на пустошь, ну. А, они туда 20 часов бежать будут. Нифига себе. Пускай бегут. Только у меня нету 10. Или есть? Не знал. Интересно, давайте посмотрим. Я просто думал, сейчас придется ждать еще там 20 часов. Откладывать серию уже на завтра. Следуйте новые комнаты, перетаскивая в них жителей. Нажмите на него, чтобы провести критическую атаку. Давай, заходи сюда пока. Теперь сюда. Так, отлично. Отлично. Слушай, а мы сразу тебе можем винчестер выдать в пользование? Одежду какую-нибудь. Что это Е? Что это за Е? Выносливость. Ну, давай тебе отдадим, потому что у тебя вообще ничего нету. А у тебя тоже, да?
Я думаю, это получше подойдет, нежели харизма. У тебя будет побольше сил. Я думаю, с этими вы справитесь или нет? Вроде справились. Отлично, у нас есть противорадиационный костюм. Так, все забежали, да? Отлично. Сейчас мы тебе тоже выдадим винчестер. Конечно же, такое себе, но... лучше, чем ничего, да? Давайте, стреляйте по ним. Что это за ки? От 0 до 8 я лучше вот это возьму. Тебе выдам. Так, а давайте сразу... Нет, мы сразу не можем открыть. У нас там еще комната. Так, мы тут все вроде как залутали. А выживете, куда ж вы денетесь? Все. Возвращаемся в убежище. Интересно, они настолько же быстро возвращаются или тоже надо ждать 20 часов? Прикольно. Слушайте, мне понравилось. А сюда надо человека какого-нибудь назначать? Слушайте, ну я такой, чтобы я бы вас еще раз направил бы. Так, ну ты сразу сюда возвращаешься. Ты, я даже не знаю. Что ты умеешь? Сила, выносливость, ловкость. Сила у тебя на 3. У нас ловкач, да? Что это такое? Что, задания для одного чувака иногда подкидываются такие? Прикольно. Реально прикольно. Так, итого у нас... Ну, в случае чего мы сможем либо убежать, либо... Давай, пошли со мной. Классно, что ты можешь? А, то есть мы сейчас не в группе, да? Прикольно. Прикольно.
Я бы сказал, круто. Сейчас, наверное, к нам девчонка еще одна прибежит, да? Так. Что ты можешь? Ты у нас ловкач. Сюда. Ты у нас, по-моему, тоже ловкач, да? Ну ты такой. Не очень-то и ловкий ловкач. У нас интеллектуал, да? Вот работаете. В профессии. Как говорится, да? А ты что можешь? Блин. Выносливый. Интеллект. Что у тебя по интеллекту? Интеллект 2. У этого 3. Я даже не знаю. Пускай, может, пускай будет так, как-то. А, может, эти не открыли бокс. Давайте откроем, посмотрим, что нам выпадет на этот раз. Хорошо. Сойдет. Ну, неплохо. Отлично. Так, и сразу тогда, наверное, кого-то на силу надо дать, да? Сила плюс 3. Вот такое, да? В основном Ешка. Яйце нам доступно. Где? Сюда иди. Вот что ты хочешь? Тут надо что-нибудь на П. У нас нету больше ничего на П. Не хочешь стать красавицей? Давайте, переоденем. Ну, вроде как уже получше стало, да? Может, кого-нибудь еще раз в пустошь направить? Специально такую вылазку. Ну что, никто не хочет идти, что ли, или что? Не понимаю. Этим могут. А что, типа, не можем направиться или что? Или с кулаками нельзя идти. Ладно. В одиночку справимся. И что там, 4 часа, типа, надо будет туда идти? У нас, в принципе, есть. 29 минут будет бежать. Побежал.
Тун-тун-тун-тун-тун. Ну, такая, знаете, насыщенная серия. Убежище 730. Давай сюда сразу залетай. Часы нашли. Неплохо. Аспирина, что у тебя? Голова, что ли? Ох ты ж, ёлкарный театр. Три рейдера. Вот одного завалили. А чтоб нашего не завалили. Ну давай, ну двоих уже проще. У них какие-то ножи, блин, кухонные. У тебя пушка и супер костюм. Давай, ну кого-нибудь, одного. Молодец. По яйцам, да? Бьет. Давай, отстрели ему там все, что можешь. Стреляй уже! Красавец. Что же, что за пушка? 6-8, ну явно хуже моей. Давайте подхиляем. Раз пошли такие разговоры. Рад таракана. Угу. И опять три штуки. Давай. А почему-то, кстати, таких наводок не появляется у нас. Ничего. Это, со скиллом придет. Да раздавитый. О, был, был. Отлично. Слушай, да мы в плюс уж ушли. Потратили одну. Интересно. Интересно. Аптечку бы найти еще нам. Так, тут ничего не лутабельно. Вроде ничего. Нафиг мне ваш вентилятор. Ох ты ж. Давай еще раз так. Тут главное споймать момент. Давай, ну завали ты ее уже. Какое-то веретено. Так и знал. Ну, с этим, я думаю, ты справишься. Если бы я мог послать сюда побольше людей. Вали, гаси. Отлично, еще одна кола.
Так, он сейчас таракана повылазит. Так, он с одной плюхи уносит одного таракана. Я думаю, еще пару комнат, и можно будет завершать нашу вылазку, потому что я не думаю, что мы сейчас все в убежище бежим. Блин, не попал. Ну, ему хватило. Таракану этому. Да ладно, никто не повылазит. Ну и отлично. По здоровью вроде еще вытягиваешь. Одну такую схватку хорошую. Ну, чувствую, скоро будет туго. Ты кто? Пола, как бишь ее. Пламкин, Пола Пламкин, куда она ушла? На какой-то завод, где делают ядерную колу, все равно вы отсюда не уйдете. Я типа босс? Смотрите, бьет так хорошо. Давай еще немного. Подкинем ему. Ну, теперь уже бой до конца. Тут уже не отступишь. Я даже не знаю, идти ли мне нижние этажи обследовать, не идти. Что за винчестер у него был там? У меня 11-14. У него похуже явно. Да, так и есть. Давай сюда, хрышьте сюда свои. Все. Ну что, рискнуть или не стоит? В принципе, каких-нибудь там рад тараканов мы еще потянем. Вот если сейчас звездец будет, то... Последняя комната. Ах ты ж, ёкарный бабай. Мочите тетку с винчестером. С этим ты справишься. Я надеюсь. Да пей ты их уже, а? Вот ее с винчестером снеси. Да хоть кого-нибудь, блин. Давай, ты должен. Must have. Снеси ее уже. Давай, последний залп. Красава. Ну, я не знаю, как насчет этой комнаты. Я просто уже не уйду тогда, если там что-то серьезное. Все, короче, возвращаемся в убежище. Не хочу рисковать, чтобы потом в минуса не уйти жесткие. Ну, он там сейчас будет бедный. 14 минут. Я думаю, подождем. Все подождут.
Может, на еще одну вылазку кого-нибудь направить. Так думаю. Ну, а что, было прикольно. Так, итого. У нас две беременных женщины. То есть это еще плюс 2 человека. Это у нас будет 21. Одна прибегает, это уже 22. 22 человека. Куда мне еще троих разместить? Нет, даже вот это сейчас еще возвращается. 4 человека. Ну, этот сюда вернется. Ну, не знаю, но придется думать, наверное. Что делать с ними, со всеми. Я так подумал, это, в принципе, вещь нужная. Но тратиться я больше не буду. 11 минут. Ну, такие здесь у нас, господа ученые, работают, конечно же. А сколько у нас этих... А, вот же не снизу. Одна, всего одна. Вот так и знал. Я думаю, вы справитесь. Давид Хамсай. Они разве ничего не должны говорить во время там боя, там я тебя там уничтожу, там раздавлю. Похоже, что нет. Угу. Это возвращается, да? Ну так налутал, так налутал. Давай-ка быстро назад сейчас будем распределять тут все. Хочешь собрать? Кладовых? Так, пить дать. Даже не знаю. Заслужил. Где? Где, 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 где? Кто-нибудь видит? Я не вижу. Так где ты, блин? Черт, ладно, поморгали мы его. Что, может сразу вооружим там первую комнату? Что получше? 6,8. 6,8. 4,6. 3,5. Давай сюда, бабосик. Не. Что по одежде? Здесь у нас пешка, да? Да, пешечка.
Больше ничего на пешку и нету. Сейчас будем остальным раздавать одежду. Где же у нас А? Да, здесь у нас А. Ну извините, ничего нету. У нас силу, сила 3. Сила 3. Вот эта форма туда больше подойдет. Сюда на А что-нибудь надо. Но такого у нас нету. Ну что? Кто у вас здесь будет в ночной рубашке? Будешь гламурный молодой человек. Все? Жив, здоров? Готов к выполнению новых приказов, да? Я бы, знаете, как поступил бы сейчас? Не знаю, кого там с интеллектом не очень все. Селект 3. Селект 2. Слушай, ты такой сексуальный, иди-ка на склад. Там красуйся. Ладно, я пошутил. Идешь сюда. Минута, 6 минут. Давай, нам нужны еще. Сейчас училка вам покажет, как правильно раздавать. Что, не нравится тут работать? Давайте, последний остался. Я вас верю. Замечательно. Хлама, конечно же, у нас много. Но его вроде как можно для крафта там всякого использовать. Я так подумаю, может еще кого на вылазку направить. У нас пока мало аптечек. Мне вот что страшно. Яугай. Ну тебе с Яугаем там нечего делать. Сумел. Красава. Так, я хотел еще глянуть... Постройка. У вас 4 жителя нам надо. То есть это пятерка. Нам нужно еще кого-нибудь это женить. Как насчет этой сексуальной учительницы с этим бородатым человеком? Идешь сюда. И ты идешь сюда. Чтобы у нас был еще один ребенок, и мы могли позволить себе поставить тренажерный зал сразу же, ну, по моим подсчетам. Так, меня, в принципе, ждет расширение, так что я думаю...
Поэтому в случае чего можно какой-нибудь бездельник туда направить тоже. Ладно, иди пока подмени ее там, чтоб производство шло. Где? А, не скроешься. Отбиваем бабосик. 5 у нас штука. Воплощение доброты. С диким псом воюют там. Ты найди себе что-нибудь полезное там. Мега одежду. Че, может еще одну вылазку? Как вы думаете? Блин, так мало аптечек. Очень мало. Если мы на какую-нибудь серьезную дядьку нарвемся. Или мутанта. Жесткого. Давайте, мутите быстрее. Я, конечно же, еще улучшил бы здесь. Но я думаю, пока не стоит. Ну так и хочется кого-нибудь направить уже поскорее. Ну, я подожду. Распределю людей, и можно будет выдвигаться. Я даже, может, думаю, в этой сегодняшней серии. Или на потом оставить. Нет, давайте сегодня. Сказал А, говори Б. А? Пикап-мастер. Это больше там с ягаями в разборки не влезай. Ну, они уже танцуют, отлично. Значит, скоро можно будет идти на вылазку. Ой, нафиг нам эти, господи, давай помогай. Я думаю, так будет больше шансов. Потом мы, конечно же, училку сюда направим. Там бы еще какой-нибудь лабораторный халат найти или что-нибудь в этом духе. Отлично. Я сейчас ее забираю у тебя. Вот будет весело. Сразу такой, оп, приуныл. Все, теперь у нас училка беременная. Ты идешь сюда. Ты идешь. Чего ты? Не хочешь работать? Тише. Она что там, двойню что ли вынашивает? Я понять не могу. Окей. Не, серьезно, что ли? Походу там двойня у нее.
Я просто помню, когда играл еще на мобильнике, там тех, кого нельзя перемести из этой комнаты, у них двойня. Я ж эту смог перенести. Того чувака сейчас смог. Ну что, поздравляю, посмотрим. Сейчас Steam там напинает. Видите, беременные сбегают. Поэтому их так оставлять особо нежелательно. Но они, собственно говоря, и не нападают на кто. Мне просто отпор не могут дать. Подруга побежала. Что такое? Ну-ка давай-ка разведаем, что там у него такое. Главаря рейдеров. Вот сейчас будет замес. Я думаю, тебе 9 аптечек хватит. А вот это жестко. Сейчас будем только и делать, что хилять. Ну дать с него должны прилично. Сейчас еще немного. Стреляет уже по кому-нибудь. Может даже прицелиться. Не-не-не-не-не. Аптечка, аптечка. Да лупи ты кого-нибудь уже. Отлично. Главаря мы снесли. Я думаю, сколько можно будет тебя и возвращать домой, если у тебя аптечек мало останется. Рискованно, однако, я влетел. Ну ничего, отработаем, да? Сейчас опыта налутаешь, вещей. Да, конечно, мы сейчас 4 аптечки потеряли. Класс. А чё с рейдера только эти? Кэпсы. Опа-ча. А ну-ка давай-ка. 8-9. Шмоток нету, шмоток нету. Штурмовая винтовка, это тоже весьма недурно. Отлично. Одежда. Это спальный мешок. Сейчас мы тебя заодно и переоденем. У нас какой-то сейчас на Ямакасе похож. Ловкость и удача прибавляется. Ну все. Пустоши. Хорошо залутал. Прикольно, кстати, их так на вылазки направлять. Только надо побольше вещей давать. В принципе, я думаю, ты сможешь больше. Так. Я, по-моему, вам обещал, что сейчас... во-первых, я сохранюсь. Сохранюсь. Вот, сохранился. Во-вторых, обещал, что в этой серии мы пойдем... А зачем мы пойдем? А пойдем за этой штукой. Блин, у нас мало. Давайте пока знаете, что сделаем. Рискнем. Отлично. Теперь у нас больше шансов на выживание. Я думаю, еще раз так же делать не стоит. Что, никто не хочет? Где, 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 где? Кто-нибудь видит? Вот он. Так, вылазка.
50 минут. Это самое сложное. Что, никто больше не справится? Начинай сразу. У тебя хоть там есть эти аптечки там? Сейчас надо будет посмотреть. А то опять с пятеркой не хочется идти. Такие задания. Сколько аптечек? 0 штук? Fucking seriously? Я на это потратился. Чё ж я, блин, тебе не выдал? У меня ж там гули. Проклятые гули. Вот сейчас-то мне навешают. Возвращайся, дурной. Да, не получилась вылазка. Минуты будет назад возвращаться. Ну, назад не так опасно возвращаться, как вперед, поэтому я думаю... А я, наверное, даже не буду сохраняться. Ну, с вами был Зазепа. Лайк, подписка. Всего хорошего, удачи и пока.